И всем привет, всем привет! С вами Росиксон, и сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему поддержки на бирже Gate.io. В этом видео я отвечу на самые популярные вопросы о поддержке на этой бирже и помогу вам лучше узнать эту биржу. Если вы интересуетесь криптовалютой, то у вас должен быть аккаунт на бирже Gate.io, потому что там огромное количество монет, да и биржа входит в топ-10 лучших бирж мира. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании, и вы получите вечную и максимальную скидку на торговые комиссии, а именно 20%. Также переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, там я говорю, какие монеты покупаю, что думаю вообще о рынке. Например, там я писал то, что продал почти всю свою криптовалюту при битке 60 тысяч долларов, пока что я был прав. Также там участвуем в аирдропах всяких, например, 100% за свапы, так что переходить, там очень много всего интересного. Сейчас там очень крутые посты, на которых можно легко заработать. Так, переходим к сути темы. Техподдержка – это фактически инструмент помощи для пользователей биржи. То есть у вас какая-то проблема, какой-то вопрос, скажем, не пришла какая-то монета или еще что-то, вы обращаетесь к техподдержку, и техподдержка говорит: «Да, вот мы решим ваш вопрос, да, это какая-то ошибка». Или наоборот, техподдержка скажет: «Блин, да вы в кошельке не проверили монеты, у вас там все есть». Ну, примерно так. То есть в техподдержке работают работники биржи, как это ни странно. Также ответ от техподдержки может быть долгим, может быть коротким, это все зависит от вопроса. Их задача — принимать обращения клиентов, у которых возникают проблемы, фиксировать их и решать. Иногда для решения проблемы клиента достаточно ответа на вопрос, а в других случаях требуется передать заявку профильному специалисту, который разберется в проблеме, даст развернутое объяснение и вернет работоспособность вашему аккаунту, к примеру, или скажет, что вы сделали не так. В общем, решит вашу проблему, если это возможно. Так, но не спешите обращаться в поддержку, не будьте ленивыми. Вы можете загуглить свой вопрос, где? В Гугле. Если в Гугле вы ничего не нашли, то вы сможете перейти по ссылке в описании в телеграм-канал биржи, там спросить какие-нибудь вопросы. Например, почему не пришла монета, или что делать с этой проблемой. И, может быть, там будет очень легкое решение. Также вы можете посмотреть мои видео о бирже, там уже я снял более 15 видео. Можете посмотреть в плейлисте Gate.io. А еще вы можете перейти в важное меню, в котором содержится почти вся информация о бирже и о многих терминах криптовалют. Чтобы перейти в это меню, нам нужно перейти на биржу Gate.io, обязательно по моей ссылке, нажать поподробнее и далее перейти в меню под названием «Помощь», как на экране. Далее перед вами открывается кладезь информации о криптовалюте и о бирже Gate.io, но почти вся информация на английском языке. Так что удачного вам чтения и использования переводчика. Я, кстати, использую встроенный переводчик от Яндекса. Как бы мне вообще легко читать такие сайты. И всем советую. Но большое количество информации довольно тяжело воспринимается, и вы можете долго искать ответ на свой вопрос. Вы можете обратиться к довольно большому списку рядовых вопросов, на которые биржа уже сама ответила. Такие вопросы вы можете встретить, нажав на кнопочку поддержки, как на экране. Но если все-таки ответы биржи или бота в чате поддержки вас не удовлетворяют, вы можете переключиться на реального сотрудника, который поможет вам решить вопрос. И, кстати, вот мои наблюдения. Обычно помощники на английском отвечают быстрее, на русском медленнее, ну просто потому что их меньше. Ну вот примерно так, это то, что я знаю. Так, но первое, лучше писать на английском наш вопрос. Второе, не повторяйте других ошибок и не пишите повторяющиеся вопросы. Так что примерно так. И пишите сразу одним сообщением. Ну то есть третье, не растягивайте ваш вопрос на множество таких мелких подвопросиков. Пишите конкретно и как можно объемнее, добавив максимум информации о проблеме, чтобы сотруднику техподдержки не пришлось переспрашивать у вас детали, ведь каждое уточнение сотрудника будет занимать время. Кстати, расскажите какие-нибудь истории о том, как вы общались с поддержкой. У меня много таких. Я как-то с поддержкой дней 10 разговаривал о простом вопросе, но меня все решили. Но такое бывает редко. Да, примерно так. Не буду вас слишком сильно загружать. В этом видео я довольно конкретно рассказал и объяснил, как работает техподдержка на бирже Gate.io. Под конец видеоролика я бы хотел еще попросить вас перейти в мой телеграм-канал, ведь там очень много всего интересного и неизвестно, что с Ютубом будет дальше. Знаешь, что сейчас происходит в мире. Ютуб могут заблокировать любой день. Также вы можете задать вопрос в комментариях, связанный с биржей, на который я с радостью попробую ответить. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи в это нелегкое время, потому что в крипте удача особенно важна. Ха-ха.